На Александру тренер возлагает большие надежды. В родном Волгодонске спортсменка завоевала все возможные награды. Призовые места есть и на всероссийском уровне. Последний раз завоевала бронзу. На сочинских соревнованиях у Саши двойная задача – попасть на высшую ступень пьедестала и подтвердить свое звание кандидата в мастера спорта. Я приехала на соревнования, с боевым настроем, чтобы хорошо сделать свою программу и защитить кандидатов. И чтобы судьи это оценили. 183 спортсменки приехали со всей страны, а также из Узбекистана и Ташкента. В этом году, отмечают судьи, небывалый наплыв участниц. Радует и уровень мастерства гимнасток. Большинство из девочек – кандидаты, мастера спорта, перворазрядники. Участвуют в «Черноморской чайке» и золотые призеры первенства Европы. Среди перспективных гимнасток отмечают и сочинок. Эти соревнования полезны чем для нас. Значит, большой опыт работы для тренеров, потому что все сливки здесь. Вот, для тренеров, в первую очередь для детей. Мастер-класс. Отточенные прыжки, сальто-пируэты. С виду красивый и грациозный вид спорта считается самым травмоопасным. Здесь без слез не обходится. Падают даже самые опытные. Зачастую боли и обида не останавливают спортсменок. Вот и эта гимнастка из Узбекистана, получив растяжение, не планирует отказываться от борьбы в соревнованиях. Чья копилка пополнится очередными медалями, станет известно через 3 дня. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.